объединить тех, кто хочет работать, но нет возможности, нет рабочих мест. Объединить семьи, потому что отец или мать находится сегодня за рубежом. Они не знают, что делать порой с этими средствами, которые там зарабатываются. Кроме того, чтобы прокормить свою семью, ведь хочется во что-то вложить, чтобы деньги принесли снова какую-то прибыль. И, к сожалению, нормального инвестиционного климата в стране на сегодняшний день нет. Это и объединение действительно всех тех, кто находится сегодня на севере, в центре. Я когда прозвучит голосовый сердце, я не умею.